Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с реставрационными работами, проводимыми в доме-музее Узеира Гаджибейли в Шуше. Глава государства был проинформирован о выполняемой работе. Было сообщено, что фонд Гейдара Алиева продолжает реставрационные работы в доме-музее Узеира Гаджибейли в Шуше. Дом Узеира Гаджибейли был построен в Шуше в XIX веке. В 1959 году здание начало функционировать как дом-музей выдающегося композитора, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства и национальной оперы. Во время оккупации города Шуша армяне уничтожили большинство хранившихся в музее экспонатов, связанных с жизнью и творчеством гениального композитора.